Ну все, научились мы кушать. Кушаем. Сосочка, все, ништяк. Только что молочко подоенное. Тепленькое, свеженькое. Ну, спит. Хвостиком махает. Хвостом махает. Вот он маленький наш кукуличик маленький ездит. Мама вчера его еле откачала. Прям вообще. Я уж его на грудь себе ложила и прямо его, не знаю, час его, наверное, гладила, чтобы у него сердце успокоилось, у него чуть сердечный приступ не случился. Да целый день идешь голодом, он еще. Ой, что мы там воду поставили, там, знаешь, там сено, кого там, зерно, что у него зубов-то нету. Я-то думала, что я недолго и, знаешь, что я быстро вернусь. Я уж там, Саша, мне надо ехать, там, у нас ребенок, блин, умрет нафиг без меня. Да чё, давай вот типа комнату обдерем, быстрее обои обдерем и поедем. Вот. Но сегодня так как мы на целый день уезжаем, поэтому мы его забрали с собой. Дрессированный барашка. Сейчас набегаемся, потом кушать и спать до утра. Туалет просится, бегать научился, балдеет. Иди сюда, давай. Вот, подожди. Все, напал. Ой, что-то бутылку, походу, неправильно закрутил. Ну-ка, подожди, барон, подожди. Все, напал. Поедатель молока. Маленький поедатель молока. Сопит. Проголодался. Вот как потом вот такого съесть? Сам его выращиваю с сосочки. Не, я его съесть не смогу. Он у меня в горло не полезет. Продать никому не продам. Пусть у нас живет. На племя будем разводить. Хороший баран у тебя получится. На молоке полгода покармливаем. О, какой барашек будет. Барон гуляет. Пытается что-то жевать. Ну, постельки спать. Ну, смотрите, какой толстенький. Ножки худенькие, правда, но у них у всех у барашков-то ножки тоненькие, а эти вон там уже. Я что-то не поняла, мята опять шоркается об козла. Ну что, барон, растет же, да? Хоть и капает, но растет. Уже больше ведра. Уже больше ведра. Ну вон ведро. Маленький лось. Ой, не.